4, D5, C4, E6. Какой дебют? Кембридж. Ну, это вариант. А дебют какой? Фельдзер гамбит просто. Это уже один из вариантов фельдзер гамбит. Здесь последовало конь C3. Пока все по теории. Старая партия сыграна еще в 1848 году. Майет белыми играл, Гарвис черными играл, два немецких шахматиста. Последовало конь F6, слон G5, конь BD7. Белые сыграли C2 по Линдбергу, разменный вариант, поэтому CD, ED. Здесь после E3 и конь F3, это известная позиция. D5. А белые взяли, схватили пешку на D5. Как вы считаете, думаете, можно это или нельзя? Нет. Почему? Да. Все правильно. После слон D8 немедленно черный отыгрывает нельзя. Слон B4 шаг. И после перед D2 забирает потом на D2 размен. И потом забирает на D8 коня.